В Москве 26 июля в честь Дня Конституции Республики Дагестан по инициативе Поспредства Дагестана при президенте РФ состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великого народного поэта Дагестана и России Расула Гамзатова на Яузовском бульваре. Конституция Республики была принята в 1994 году, и она закрепила статус Дагестана как единой и неделимой части Российской Федерации. Первый заместитель постоянного представителя Дагестана при президенте РФ Вали Магомед Магатаев поздравил дагестанцев и подчеркнул особую важность этого события для государственного устройства республики. Во-первых, я хотел бы от имени руководства постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации поздравить всех дагестанцев, работающих и обучающихся в Москве, а также весь дагестанский народ с этим большим праздником – Днем Конституции Республики Дагестан. Конституция была принята в силу того, что в стране произошли большие общественно-экономические преобразования и государственно-политические. И поэтому назрела необходимость принятия новой конституции. Это закон, по которому живет дагестанский народ, и он соответствует всем международным нормам конституции. Надо сказать еще об одной конституции. Конституции горца, которую провозгласил наш великий поэт Расул Гамзатов. Около памятника, прекрасного памятника, которого мы сейчас и находимся. Вот даже одно перечисление тех статей, которые в этой конституции, которые определяют духовную, нравственную позицию горца. Одно перечисление этих статей уже говорит само за себя. Это 7 статей. Это мужчина, женщина, дети, семья, историческая память, гостеприимство и добрососедство. Вот Расул Гамзатов, помимо того, что он писал прекрасные стихи, он еще был очень мудрый человек. И вот два закона у нас есть. Конституция, которая закрепляет верховенство законов, и по которым должны жить все жители Дагестана. А также вот то, что я сказал, еще и нравственное начало, которое заложено в этой конституции горца Расула Гамзатова. На мероприятии также присутствовал племянник Расула Гамзатова Гамзат Гамзатов. Конституция Дагестана – это конституция гор, конституция горцев, конституция моих земляков, о которой очень много писал в своих книгах Расул Гамзатов. Я хочу сказать, что вот этот день достаточно символичный сегодняшний день, именно тем, что впервые мы в Москве его отмечаем возложением цветов к памятнику Расула Гамзатова. Расул Гамзатов искренне любил Дагестан, и Дагестан ему отвечает и отвечал тем же. Я хочу сказать, что Расул Гамзатов всегда говорил, что независимость – это самое плохое слово. Люди должны зависеть друг от друга, люди должны быть рядом друг с другом, хорошие люди должны зависеть друг от друга. И в связи с этим надо, конечно, сказать, что Конституция Дагестана – это Конституция не независимости от кого-то, а именно Конституция, которая ведет к нам, к единству всей России, к единству всех людей. В церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники Поспредства, члены Общественного совета при Поспредстве, активисты Культурного центра «Дагестан», студенты и аспиранты московских вузов, обучающиеся в Москве, а также курсанты Военного университета Министерства обороны РФ.